Возведение Дома культуры в Горках 10 продвигается семимильными шагами. В конце прошлого года на этом месте был только котлован. Строителям понадобилось всего 10 месяцев, чтобы завершить основные монтажно-строительные работы. Мы очень рады, что темпы строительства просто не снижаются. Даже на те условия карантина, которые были и существуют в 2020 году, хочу сказать, что строители поставили так работу, что процесс идет непрерывно. И уверен, что тот график производства работ, который существует, он будет выполнен. Одна из главных архитектурных особенностей нового Дома культуры – это кинотеатр-консоль. Универсальная подвесная площадка на 400 мест. Общая площадь Дома культуры – 6 тысяч квадратных метров. Один только спортзал здесь будет занимать пространство размером 20 на 40 метров. Внутреннюю отделку здания строители планируют начать в январе будущего года. Предстоит провести электричество, водопровод и выполнить малярные работы. Я считаю, что это объект, который заслуживает особого внимания, должен быть сделан с повышенным качеством, поскольку, конечно, в Горках 10 здесь проживает немало наших граждан. И, конечно, вот тот объект, который будет возведен, должен отвечать всем самым лучшим требованиям, которые есть на сегодняшний день в объектах данного рода. Расположение Дома культуры – еще одно преимущество. Он находится буквально в 50 метрах от школы. Это позволит детям быстро и удобно добираться на кружки и участвовать в массовых мероприятиях. Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».